Хотел бы сегодня записать обзор на мои древнейшие, старейшие Air Max. 7-й год уже идет. То есть они 2016 года. Вот можно посмотреть здесь год выпуска их. В принципе, я в 2016 году их и брал. Ну и вот, в принципе, каждый сезон, каждое лето я их стабильно носил. Ну вот тут стерлась подошва, естественно, уже в хламину просто, блядь, в ноль. То есть вот здесь вот тоже уже печально все. То есть идешь в них, и каждый камень буквально чувствуешь под ногой. Ну так, с визуальной части, в принципе, они, если вот так вот отдалить, они, в принципе, еще держат вид, и ходить в них, в принципе, еще можно. Что я и делаю в такую погоду, дождливую там, не очень, когда на улице. Потому что новые-то жалко, естественно, одевать, убивать сразу же их под дождем там. Ну а эти еще пойдут, в принципе. Можно тут видеть, что здесь уже скоро дырка появится вот тут вот. Вот здесь уже трещины пошли. Такие глубокие уже, серьезные. На сгибе именно. Вот тут вот получше будет видно. Вот оно все тут. Вот это мне вообще не нравится, вот эта вот хрень. Вот тут. Было сразу ясно, что оно потрескается. Вопрос времени, в принципе. Ну, издалека я говорю, вот если ты идешь там по улице, да, ну, в принципе, нормально оно выглядит. На четверку так и я их помыл еще, естественно. Они-то у меня грязные были, блядь. Пиздец какие. А если их помыть, в принципе, так все. Ну да, подошва некрасивая, конечно же. Но так-то еще носить можно, в принципе. 7-й год, я напоминаю, блядь. Это вам не шутки шутить, блядь. Я еще когда это самое учился, там на учебу ходил, я покупал кроссовки где-то. За 1000, за 1500, там, ну на рынках такой ширпотреб, блядь. Они у меня здесь все самое, протирались до дыр просто вот тут вот именно. То есть они протирались и намокать начинали уже, до такой степени изнашивались. То есть не какие-то там года, это просто полгода, там 9 месяцев где-то вот так вот. И все, и кроссовок нет. Эти 7 лет держат, блядь. И похую им вообще там. То есть вот тебе качество. Найка. Охуенные просто, блядь. Они меня уже заебали просто своей износостойкостью. Я же хочу что-то новое купить, а они все живые и живые, как бы. Вот приходится донашивать. При том, что я их еще где-то полгода ходил на работе в них, блядь. Там по 12 часов, считай, на ногах. Активно там передвигался. И, в принципе, ничего им от этого страшного не приключилось с ними от этого. Ну вот как-то так, вот вторая пара. Эти, в принципе, получше даже состояние у левых. То есть здесь трещина есть, но она не столь выражена. И, в принципе, они выглядят еще уместно. Ну вот как-то так.